указатели: бассейн, ресторан, спа и пляж. Вот такой переход, выход на пляж. Дорога к пляжу романтическая. Посмотрим, куда она нас приведет. Как туннель в метро, да? И вот там городской пляж. Здесь кафешка, магазинчики. И вот городской пляж Эштарил. Так, а мы ищем, где попить кофе с прекрасным видом на Атлантический океан. Можем сесть здесь, да? О боже, это столько майонеза и кетчупа. Кошмар. У мамы кофеечек. А у Тани сангрия. Детям мороженое, бабе цветы. Все по-нашему. А вы откуда? Из Молдавии. А, вы с Молдавии? И давно здесь уже? Португалия, 14 лет. Это делается вот так вот. Они это все разрывают. Называется овуш-ротуш. Как бы перевернутые яйца. Все это вот так перемешивается. Разрывается. И мешается. И мешается. Но здесь очень много картофеля. В общем, мы будем с этой стороны кушать. Я не умею этого делать. Обычно это официанты делают. Почему-то он этого не сделал нам. В общем, мы будем кушать отсюда сюда. Окей. А это жареные кальмарчики. Ты там снимаешь? Мы сели так чисто перекусить. Чуточек. Супер полезный в кавычках перекус. Вот эти интересно одетые люди, это спасатели, уже собирают свою палатку. Дело к ночи идет. Собирают свой домик. И до завтра. Там стоят грузовые корабли на разгрузку, наверное. Огромные. Ну и кофе с таким прекрасным видом. Это мусс манго. Мама уже попробовала. Вкусненький. И кофе. Итак, друзья мои, мы приехали в прекраснейший город Эштарил на концерт одного замечательного человека, которого зовут как? Максим. Максимка. Максим Галкин. Мы к нему в гости приехали. Ну, он к нам в гости приехал в Португалию, и мы к нему в гости пойдем. Ой, врезалась. Мы идем на концерт Максима Галкина сегодня. Сейчас, через час. И пока у нас есть время, еще буквально часик, мы перекусили, сейчас прогуляемся по набережной и потом пойдем в казино Эштарил. Есть что-то с
Билеты купили еще 2 месяца назад. У него сейчас тур по Европе. И был, по-моему, по Америке у него был тур. По некоторым штатам. Ну и в Израиле, естественно. И сейчас, наконец-то, он доехал до Португалии. Посмотрим. Никогда не увлекалась, честно говоря, даже, наверное, ну, может, когда-то давно я слышала его вот эти выступления, концерты его на... Ну да, те, кто был в Европе на его выступления, говорят, что очень классный, интересный концерт. Да, все довольны. Надеюсь, и мы останемся довольны. Сейчас отлив на океане. Красивые водоросли сколько, да? Так что познакомимся сегодня с Максимом Галкиным. Там, кстати, поезд проходит, железнодорожная станция. Даже вот этот поезд, который возле нас проходит, то, что я говорила, железнодорожная станция, да. А вот этот знак я тебе хотела показать, видишь? Когда цунами, волна идет. Это путь, вот этот путь, чтобы бежать от волны, да. То есть вот здесь большие волны, да. Они сюда доходят и ударяются об эти, об набережную. Вот так. Как такой махеровый бархатный ковер расстелен, зеленый. И вот везде вот эти туннели для перехода. Давай на следующем зайдем. Солнце уже садится, свежевастенько. Круизный лайнер, красивый. Моя мечта — покататься на круизном лайнере. Попутешествовать на нем. Черная кошка. А это вот так цветут кактусы. Прям огромные деревья. Сколько там? 4 метра? Да? Вообще. И вот мы снова в переходе метро. Выход с пляжа в город. Здесь можно ознакомиться с наскальными рисунками местного творчества. Граффити. А тут прям джунгли. Такой сад красивый, вообще обалдеть. Такая необычная постройка. Она очень знаменитая здесь. Одни из самых дорогих апартаментов в Эшторил. Красота. А это отель Кашкайш Миражи, 5 звезд. Франция, Португалия, Испания, Евросоюз. Очень круто. Да, это один из самых дорогих регионов Португалии. Дошли мы до казино Эшторил.
что без цветов? Спрашивает женщина. Ой, как красиво здесь. Ты когда-нибудь в казино была? Нет. И я нет. Ой, так красиво здесь вообще, да? Куда-то вперед, думаешь о чем-то хорошем, надеешься на лучшее, впереди горизонт и у кого? Я говорю, ну это какой-то интимный вопрос, Да ладно вам, что-то интимное. А то я не знаю. Давай дверь в любое время суток, так, чтобы она вот так открылась, так открыла. Наш советский пассажир со своей энергией мог дверь в купе и на себя открыть. В определенных измененных состояниях. Но здесь люди были очень интеллигентны, они вели себя тихо, но то, что они говорили, это было очень смешно, потому что они так халю, проходи. Наклона, тут кто спыть? Кто тут спыть? Сказал он и плюнул мне прямо на пятки. А я же без носков, уже опытный. Дорога мне в конце. Огромный мир замкнулся для меня. Военный круг и Москву без лица. Я шут, я Альгина, Альгина. Есть одна аплодировать они хотят сфотографироваться. Сейчас красиво, я давай. Спасибо, Шнурил! Спасибо! Спасибо, Португалия! Спасибо!